Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как удалить канал на YouTube, который, конечно, принадлежит нам. Заходим в творческая студия. Справа нажимаем на значок в виде шестеренки. Переходим в расширенные настройки. Нажимаем слева расширенные настройки. Опускаемся ниже. Удалить канал. Запрос пароля. Вводим свой пароль. Нажимаем следующий. Тут пишет, выберите один из вариантов ниже. Я хочу скрыть свой контент или я хочу удалить. Тут каждый может и скрыть, или удалить. Вот. Хочу удалить свой контент. Ставлю здесь галочку. Удалить мой контент. Здесь повторяем название канала, который хотим удалить. И нажимаем «Удалить мой контент». И вот такое сообщение. Сейчас выполняется полное удаление вашего контента. Обычно это занимает от нескольких минут до 2 дней. Все. Вот так быстро можно удалить свой контент на YouTube-канале. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.